Ребята, это фотографии наших больших друзей, ветеран, один из них Карабахской войны, другой тоже очень большой патриот, Хикмет и Эльманский. К сожалению, они нас покинули, но всю жизнь мечтали увидеть Карабах, приехать сюда. Но не удалось при жизни. Мы им передавали многократно приветы даже при жизни их. Вот так случилось. И сегодня мы в дань памяти о них решили в одном из самых прекрасных, невероятных дворцов Шуши оставить их портрет. Это дворец Хуршут-Бану-Натаван. Пусть их портреты будут там, где когда-то гостил даже Александр Дюма. Отнесем и положим. Пускай отдыхают тут. Это очень символичное место. Смотрите, какой вид. Положите их сюда. Вот справа и слева, и как бы пусть через них идут в лес. Прошу. Аллах рахмет эйлесин. Да. Ага. Да. Вот. Так. И вот сюда же так же. Спасибо большое. Аллах рахмет эйлесин Хикмете, Аллах рахмет эйлесин Эльманский.